Международная конференция по климату КОП-21 собрала не только глав государств и правительств, но и активистов экологических движений, не понаслышке знающих, чем грозит глобальное потепление. Небольшим островным государствам в Тихом океане оно угрожает полным затоплением. Среди них Маршалловы острова, спасать которые в Париж приехала Милан Лоэк, дочь президента этой страны. Это не только экологическая проблема, это гуманитарная проблема, которая касается всех и каждого. Но мы более категоричны, более вовлечены, потому что мы находимся на передней линии, мы сталкиваемся с этим каждый день, поэтому мы здесь. Стремительно повышающийся уровень океана в 21 веке грозит уничтожением и островам Кука. Я вхожу в одну из групп людей, обеспокоенных тем, что происходит. Мы встречаемся с людьми, объясняем им, что пора начинать приспосабливаться к климатическим изменениям, переселяться вглубь острова, подальше от побережья, говорит жительница островов Кука Твейн Элейн Марстерс. Зеленые активисты развернули в Бурже свои стенды, рассчитывая привлечь внимание тех, от кого в первую очередь зависит заморозка глобального потепления.